кто-то один заходил и вышел сразу. Что за фотографии получились? Не буду вам. Да? Я просто видео снимала. Ну, несколько сделал. Вертикальных. Thank you.
По ноги. На магниты нацепилась. Да. Уголь какой-то или что это, я не знаю. Только черная. Сейчас очищу, а потом опять поставлю песок. Все, она как-то странно теперь закрывается. Все, теперь. Без
Видимо, надо водой прям идти теперь. Только на нас. Типа, что это совпадение. А, да. Почему-то. Ну, он не. Лучи не могут быть вот там светиться. Потому что солнце. Солнце-то тут. Лучи-то прямые. Они там и светятся тоже, но просто они к нам в глаз не попадают, а эти попадают на объектив и на глаза. Досидеть до заката, хотя еще дофига. Ну, люди вообще все ушли, сейчас можно, кстати, пофотографироваться. Да. Не знаю. А как это? Твой. Поставить вставку, да, мы там кнопочку. Твои зрители хоть нас увидят, а то они нас даже не видят. Не хочу. Они нас видят. Что, в чате есть что-нибудь? Нет. Ну, а можно там прекратить на секунду и потом опять или как? Да можно. Зайдешь, и у тебя наоборот больше. Просто смотри, это не в этом дело. Мне не важно, какие зрители. Мне. Я просто беру онлайн и записываю видео, которое можно. Которое уже есть. Мне не надо будет его загружать. Это видео. В общем, мне надо телефон покупать. Вот и все. Я у тебя тогда сейчас не беспокою. Оно идет не в память телефона, а в сразу. Для этого и, по сути, нужен безлимитный интернет. Для чего еще? Ну, типа, в поездку.
Давай. Спасибо. Холодно. Да? А где теплая? То есть ветер просто потом обдувает, холодно, а вода теплая.
что, выкинуть телефон в море? Выкинуть? Вообще, если бы у меня было все, что нужно, я бы искупалась бы. Че, я могу его положить. Пойдем сядем. Не хочешь поставить на подставку и сфотографироваться? Сделай. Блин, я не хочу. Что делать?
Все. Я пока раскрылась, одно дерну, там второе. Второе дерну, там третье. Ты поняла, да? Очень сложно. Да, я поняла. Но... Надо 8 действий, по-моему, сделать. Да, перевернуть, перекрутить туда, защелку. Вот это выдвинуть туда, вот так. Но мне это пофиг, нравится. Нет, это супер. Я не понимаю твоих действий, что ты хочешь? Я ставлю телефон на подставку, это все мои действия. Зачем? Если есть видео, зачем фото? Слушай, можно я здесь вот так поставлю, начну записывать видео, и мы к воде сходим? Просто. Я записываю видео. Ну ты видео что-то не со стороны записываешь. Ты просто записываешь перед собой, а тут будет записывать нас со стороны. Идти, я тут полежу, я спать. Что думаешь, я тебя не заселфил? Сомневаешься? Так я телефон поставлю вместо головы. В смысле? Телефон и телефон. Может, мы уйдем, пусть телефоны будут вместо нас. Правда. Моя любимая Лёженька. Ой. Такие слова нельзя говорить. Осуждаю. Почему я так сбежала? Почему это так прекрасно? Настолько. Это ужасно. Это не было. Не было совсем, кстати. Только в одну сторону наклоняется, в другую нет. О. Ну, в бок да, а вот вперед нет, только назад. Я хотел как-то вперед наклонить и все из-за этого. Весь мой план пошел
наперекосяк. Вся моя жизнь испортилась. Я хотел наклонить вперед. А эта подставка не дала мне наклонить вперед телефон. Соединись с ним. Черт, все что, не сфоткала Тони, что ли, ни разу? Ты с ним не соедини, надо, я не сфотографировала ни разу, что ли, до этого, наш с тобой. Так да, надо смотреть, разу. Наверное. Ни разу! Ты можешь... Я даже не знал, что ты фоткаешь. Так ты смеялся еще. Смеялся над своей шуткой. Обезьяна с гранатой. Знаешь это? Да. Ладно, прости. Ошибся. Не так. Это не то, что я имел в виду. Опа, голуби. Соединилась по Bluetooth или нет? Получилось. У меня не получается. Смотри, как. Почему? Да, потому что твоя подставка все. Надо долго нажать. Я долго нажимала, вообще не работает. Жми целую минуту, жми, зажимай кнопку. Блин, а мне тепло, я лег, мне нормально. Видимо, весь ветер, он наверху. Вот.
тому, что он будет подключаться то к твоему, или к моему, или к твоему. И надо будет выключать. Это будет русская рулетка, в которой выживает только один телефон. И подключается по Bluetooth к кнопке. Все, я пошла. Домой? Передовые технологии. Чё? Передовые технологии позволяют тебе. Как он не упал, а ты его позволяют мне отправить. Уже не ловит на таком расстоянии, мне кажется. Я буду фоткать. Сделать, чтобы удовлетворить миллион. Здрасте. Сколько фоток надо по количеству сделать, чтобы удовлетворить тебя? Какой-то вопрос такой неприличный, не вместе? Ты готов фоткаться вместе? Нет, мы пойдем домой. Нет! Ну давай. Ой, блядь. На мой телефон. Пошли фото.